Всем привет! С вами Стив Про, и сегодня я покажу механического робота для Майнкрафта PlayStation. Но после того, как вы установите карту, перед вами появляется вот такой огромный робот. И да, эту карту строю я, и, к сожалению, это всего лишь первая версия этой карты. Но здесь вы видите вот такого и вправду очень большого и огромного робота. Но, к сожалению, механизмов пока здесь нет. Но есть, как сказал, вот такой большой и очень классный робот. Да, выглядит он очень классно, у него такая морда, очень злые глаза, и есть вот такие типа клыки, я не знаю как назвать, может даже зубы, но его туловище сделано из таких черных блоков, и есть вот такие очень большие крепкие руки. Ну конечно их нужно доделывать, но я сказал, его туловище сделано из черных блоков и немного сливается, но это ничего, потому что все же робот очень большой, и зайти внутрь вы можете с помощью вот этих люков, но здесь есть недоработки, которые нужно, по идее, отработать. Но, как сказал, всего лишь первая версия карты, и давайте сейчас устраним хотя бы некоторые баги, которые мы сейчас уже видим. Не баги, а недоработки моей карты. Вот так. И да, я просто... Логика зашкаливает, я сделал неправильно, потому что попасть внутрь робота мы не можем. Ладно, давайте доделаем тогда вот эти люки, и я их потом переделаю. Вот так. И что ж, спускаемся вниз... И мы видим вот такого робота. Робот, правда, большой, но внутри, к сожалению, ничего нет. И заходить внутрь я вам не вижу смысла. Вы можете снаружи просто посмотреть этого большого гиганта. И, по идее, здесь больше нет ничего такого, что вас может удивить. Ну и поэтому на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.